Всем привет, дорогие друзья! Сегодня к нам пришла очередная посылка с сайта AliExpress. Заказывали мы смартфон Xiaomi Redmi Note 4 Pro. У данного смартфона 3 гигабайта оперативной памяти и 64 предустановленный. Давайте с вами приступим к распаковке. Аккуратненько так откроем. Посылка упакована. Матрас такой вот воздушный. Вот наш сам аппарат и вилка. Здесь больше ничего нет. Посылка к нам дошла достаточно быстро, всего лишь за месяц. Стоил данный телефон на сайте AliExpress 11 528 рублей. На маркете такой же аппарат стоит от 13 тысяч. Но мы же заказывали благодаря сервису кэшбэк, поэтому нам вернется еще порядка 979 рублей. Ну и обойдется он нам в итоге в 10 548 рублей. Ну, достаточно дешевле, чем здесь у нас. Практически на 2,5 тысячи. Кому нравится экономить, можно рассмотреть данный вариант. Давайте с вами приступим к распаковке. Упаковка в принципе целая, хотя нет, есть небольшая вмятина на одном углу, с одной стороны. То есть в принципе будем надеяться, что это не скажется на работе аппарата как-то. Давайте с вами распакуем. Давайте откроем уже нашу посылочку, нашу коробочку. Так, конечно, нет язычка, чтобы достать телефон, аппарат. То есть придется, наверное, вот так вот, да. Так, ну что ж, сам телефон в целости и сохранности. Доехал к нам, не сказалось на телефоне то, что коробка немножко помята. Ну, в принципе, несущественно это вмятина. Что мы можем сказать вкратце об этом телефоне? Здесь идет Android 6.0, процессор MediaTek Helio, количество ядер процессора 10, видеопроцессор Mali, поддержка двух сим-карт, ну, можно две сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти дополнительную. Экран идет 5,5 дюймов, экран разрешением 1920 на 1080, IPS Full HD. Камера 13 мегапикселей. Память в нем идет 64 гигабайта. Это предустановленная. Ну, плюс слот, можно расширить память дополнительно. Объем оперативной памяти здесь идет 3 гигабайта. Аккумулятор на 4100 мА. И вес телефона 175 грамм. Ширина у него идет 76, высота 151 и толщина 8,35 мм. Давайте с вами теперь попробуем его включить или нет. Давайте сначала посмотрим, что нам еще входит в комплектацию. Значит, у нас идет все стандартно. Здесь у нас идет скрепочка, идет шнур зарядный черного цвета. Зарядное устройство — это евро. У нас есть переходник, продавец положил, то есть заранее. Вот так вот. Открываем здесь. Ну, собственно, это все неинтересно, это все фигня. Больше нам здесь ничего нет, не положил. Давайте сами телефон же включим, посмотрим. Включается достаточно быстро. Давайте оторвем эту пленочку. Сзади тоже. Потом. Ну, вот он включился. Так. Русский. Далее Россия. Вот у нас получается. Ну вот у нас телефон запустился. В принципе, все настройки, все иконки на русском языке. То есть прошивка международная. Есть предустановленные какие-то приложения. Ну, это все можно будет легко исправить. Все достаточно просто. Есть Play Market.
заходите, ставите, что нужно, ненужное удаляете. То есть все просто. Цвета. Настройки. Все как бы. В настройках все тоже, все уже готово. То есть под вас можете все что угодно делать, как вам хочется. То есть мало, продавец не обманул, все установил. Ссылка на товары продавца будет в описании ниже под видео. Ну, на этом все. Наш обзор подошел к концу. Более детальный обзор данного телефона мы разместим чуть позже. Ссылочка будет в описании ниже под видео. А теперь для тех, кто хочет экономить на своих покупках или зарабатывать на чужих покупках, мы предлагаем зарегистрироваться на сервисе кэшбэка. Ссылочка на регистрацию будет в описании ниже под видео. Если вам понравилось данное видео, оно было вам интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока!